На совещании активы под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой обсуждены поставленные в послании «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации задачи». Новое послание направлено на модернизацию политической системы, предложен ряд масштабных инициатив. Страна входит на новый этап развития в весьма сложных геополитических условиях. Для достижения поставленных целей важно участие всего общества, подчеркнула глава региона. Аким области выделила ряд основных задач, вытекающих из послания. Глава государства поставил конкретные задачи по усилению парламента, расширению возможностей развития партийной системы, совершенствованию избирательного процесса. В регионе в этом году будут избраны 22 сельских акима. Выборы первых трех акимов пройдут 27 марта. Одна из трех новых областей, Улытауская, соседствует с нашим регионом. Это, уверенно, будет экономически выгодным и для нашей области. Строительство трассы Казарда-Жасказган, которая начнется в следующем месяце, откроет новые возможности. Перед нами также стоит задача принятия неотложных антикризисных мер. В частности, необходимо обеспечить продовольственную безопасность, провести на должном уровне весенние полевые работы.